возможно. Я являюсь руководителем бронеспортивного клуба «Ягуар» Марков Сергей. Сегодня четвертый по счету уже турнир серии «Я патриот». Региональный турнир, который собрал сегодня порядка 120 спортсменов из 24 клубов различных. Вот по дисциплине внешних единоборств, конкуртион, вот, развивающееся такое направление, которое требует, соответственно, от бойца полевых качеств. Основная задача – это победить досрочно, нокаут, нулевой, внушающий прием. Ну и, соответственно, бойцы здесь могут продемонстрировать все навыки и умения, которые тренерский состав не вкладывает. То есть целеустремленность, болевые качества, умение побеждать, умение настроиться, умение справляться с собой и проявлять лучшие качества мужского характера, соответственно. Этот турнир мы уже проводим здесь третий год подряд. Традиционно стало именно это место для проведения данного мероприятия. Спортивный зал управления внутренних дел по Западному административному округу города Москвы. Спасибо большое вам за интервью.